каждому слову придирается. Говорит, кто тебя там спрашивает? Вы видели такое? Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо за поддержку, ребята. Всем привет, друзья. С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. И сегодня у нас, ребята, барахолка в Лавке Удовольствий. Готовы? Поехали. Итак, друзья, получаю от вас постоянно сообщения, что у вас нового по фарфору, что у вас нового по каталогам. Я вам сегодня приготовил показать кучу покупок. У нас сегодня много интересного. Пошли за мной. Друзья, я вам показывал на обзоре монету. Если вы еще не посмотрели этот ролик, перейдите. Я обязательно оставлю вам ссылочку. Посмотрите, какие клейноды нам казацкие пришли. Сейчас я вам покажу по игрушкам. Идите сюда, проходите. Значит, смотрите, детских игрушек. Помните, я вам показывал различные конструкторы, пистолеты, морские бои. Сейчас у нас еще пополнение. Абсолютно советские шикарные игрушки. Кубики для детей 3-6 роков. Вот такие вот, может, кто вспомнит. Кладешь картиночку. В общем, как современные пазлы. А здесь внутри кубики, и ты перекладываешь, складываешь различные картинки. Вот. Конечно, приходят иногда в лавку некультурные подписчики, которые подходят близко к камере и делают так кофе. Это Максим. Привет. Любопытный подошел к кубике. О, а что тут кубики? Хорошо, кубики такие. Я вам не мешаю. Так. Все, 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 я понял. Тишина. Так, кубики. Еще одни вот такие вот. Тут сливки, шмивки, легенькие такие. Советский Союз. Дальше. Шикарные. Не знаешь, узнаешь, ребята, электровикторина. Я помню, были различные в нашем детстве игры. Там, где внизу простилалась вот такой вот, помните, проводимой пластиной. И ты правильный ответ нажимаешь, и у тебя показывает потом, загорается лампочка, прав ты, не прав ты. Мы даже на права учились сдавать. У родителей была такая штучка. Кто должен проехать первым? Трамвай, гужевая повозка или автомобиль легковой? И ты выбираешь? Неверно. Далее идем. Кубики. Шикарные кубики. У всех у нас в детстве были. Вот тебе, пожалуйста. Л-ласточка. Дальше, ребята. Вы меня спрашивали, снял я ролик по 80 гривен. Паста для полировки монет. Что она сделает с монетой, я также показал в ролике. Если вы не смотрели, пересмотрите. Она реально ее шикарно делает блеск. И здесь написано прямо, что нет абразива. Это для тех, кто спрашивал. То есть она не царапает монету. Я ей нашлифовал монету штампа 5.1, 25 копеек. Она просто вот per favore. Шикарная вещь и недорогая. Далее, ребятушки. Ролик вы смотрели. Наши монеты 2,5 манека. Это монета YouTube канала, когда нас исполнилось 250 тысяч, а скоро уже будет у нас 3 манека. Идет процесс. Рисуем дизайн. Далее. У нас пополнение по статуэткам. У нас здесь, ребята, вот такая тяжелючая. Показывал ее в обзоре, также вы могли видеть. Вот такая иностранщина, Италия, здесь клеймом автора, ручная работа авторская. Далее у нас, ребятушки, вот такой вот Ленин, бюст огромный. По посуде у нас кое-что новое появилось. Далее идем, ребятушки, духов добавилось, несколько уже продал. Погода шикарная у нас на улице. Просто глаз радуется. Лошадки пока, ну это я показывал вам, по-моему, эти статуэточки. По статуэткам также, смотрите, у нас девчина с куманцем, у нас здесь есть вратарь, вот такая вот от подписчика шикарная от мыла дорожного коробочка, жесть, не в смысле жесть, а в смысле из жести, ну и жесть в том числе, вот такое было до революции у нас дорожное мыло, брали с собой в поездки. Дальше у нас есть вот такой вот клоун-повар из новеньких. Переплясов много в лавке, хотя и продал много. Есть вот такая вот у нас иностранщина по статуэточкам. Не показывал еще. Вот такой вот парень с девушкой. По бюстам новым. Вот этот вот у нас один. Все, остальные у нас все были.
Думаю, вы все их видели раньше на обзорах. Олимпийские мишки новенькие и кот в сапогах новенький. Далее у нас... здесь новинок у нас нет. У нас есть, ребятушки, Маркс Энгельс остался один только у нас. У нас появилась, ребятушки, вот такая вот водочная станция. Также показывал вам в коротких роликах. Люди приходят, люди берут ее, что-то крутят, что-то проверяют, вихри вихрятся, паленкой не пахнет. Вот такая у нас шикарная водяра. Также спасибо Петровичу, принес мне для музея лавки удовольствия, который будет открыт в скором времени, вот такую вот старую тикурила, ребята, советских времен, финская краска. Она здесь еще внутри, целая полностью. Будет в музее у нас. Болванчиков показывал. Ребятушки, вот такая вот у нас красивая сестра милосердия. Стоит с ребенком на руках. На мраморной подставке. Вот такая вот новинка шикарная. Аж болванчик удивился, видите? Ребятушки, значки принимаю в любом количестве. Приносят ведрами. Кстати, как и монеты СССР. Все спрашивают, кто тебе приносит ведрами. Вот так вот люди приносят, ребятушки, Ленина 64-го года. Вот так вот приносят различные 20 лет победы. Их просто тьма. Поэтому это все, ребята, я принимаю. Что, почем, я все это показал в роликах неоднократно. Идем дальше. Ребятушки, вот такой вот есть набор позолоченных монет. От монетного двора княжей. Набор различные здесь личности наши гетьманы. Монеты красивые. Монеты, ну, собственно, ребятушки, кто собирает нумизматику, вот такую вот сувенирную, дорогая вещь, продается вот этим вот комплектом. Поэтому, кому интересно, пишите. Также под каждым роликом у меня есть мой контакт. Так, ребятушки, для тех, кто спрашивал меня про то, какие у нас в лавке есть каталоги. Ребятушки, каталогов огромное количество. По монетам Украины есть ИТК. По монетам Украины есть Максим Загреба. Я показывал неоднократно для тех, кто не видел. Каталог новый. У меня все каталоги с авторами. Обратите внимание, здесь у нас есть, ребята, и ходячка. У нас здесь есть и юбилейные монеты Украины. Любые абсолютно. Каталог просто потрясающий. Осталось совсем мало. А конкретно, по-моему, да, остался один. Также есть каталог Загребы по монетам СССР. Вот такой вот, 300 гривен он у нас в продаже. У нас есть каталог монет Попровый Гроши, 250 гривен, также Максим Загреба. Там, где можно посмотреть, какие бумажные деньги Украины, в какие периоды и сколько они стоят. По фарфору. Есть по елочным игрушкам. Все вы помните от авторов. У нас есть вот такие вот огромные, современные, самые последние елочные игрушки. Есть у нас каталог ценник, где можно посмотреть, почем стоит советская мелочь. По жетонам, ребятушки, по жетонам метро есть каталог 150 гривен. Все есть. Далее есть по часам, по Каслийскому литью. Очень много всего-всего-всего. По царским деньгам, ребята, есть каталог монет России с 1682 по 1917. И также у нас есть каталог там, где Россия современная в том числе. Это по 300 гривен. Данные каталоги у нас в лавке. Ну, естественно, хочу показать вам по экзономии Украины. Также у меня с автографом автора. Это по фальшакам. Данные каталоги, где купить, я снимал ролик. Смотрите, каталоги дорогие. Новиночка моя, ребята. Валентина и Николай Трегубовы. Это у нас по фарфору. По трегубовскому фарфору шикарный-пришикарный каталог. Людмила Карпинская-Романюк, Валерий Завершинский. И, ребята, естественно, мне повезло такой каталог получить от автора. Автор данный, как оказалось, с Валентиной я не знаком. А вот что касается, сейчас вам покажу.
пожалуйста, у нас, вот видите, три губовые. И сейчас, сейчас я хочу вам показать. Пожалуйста, вот Валерий Завершинский, оказывается, у нас харьковский человек, оказывается, коллекционирует различные предметы, вот такие вот чумачечи красивые, и статуэтки, и посуду. В общем, есть, ребятушки, вот такие вот вещи, которые просто и стоят баснословных денег, и такие вот статуэтки, просто ручная работа, их огромное количество, и все данные статуэтки указаны в данном шикарном каталоге, который теперь есть у нас в лавке. Теперь книги. Вы меня спрашиваете часто. Помощники, ребята, в лавке. Ну, им поржать, понимаете? Вот это взрослые, молодежь все. К каждому слову придирается. Говорит, кто тебя там спрашивает? Вы видели такое? Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо за поддержку, ребята. Да, молодцы. Так, идем. Значит, идем. Неймар. История земли. Ребятушки, вот это вот книги, которые стоят денег. Потому что очень часто приносят откровенно макулатуру. А здесь вот, ребята, я откупил такие книги. Я оставлю вам ссылочку под роликом на мой Виолити, где вы можете прямо перейти и посмотреть, какие лоты у меня выставлены. Так вот, друзья, история Земли. Вот это вот те книги, которые стоят дорого. И это те книги, которые достигают иногда нескольких тысяч гривен. Посмотрите, здесь у нас 1899 года издание «Просвещение», Санкт-Петербург, Фонтанка. В двух томах есть потери. Выставил на Виолити. Именно из-за того, что есть потери. А вот такая вот, ребята, история коммунистической партии, ВКПБ и тому подобное. Вот это все макулатура. Еще интересную книгу я приобрел. Вот такой вот, ребята, справочник американской промышленности и торговли. Посмотрите, какая книга. Реально 100% такой не видели. Вот это редчайшие экземпляры, которые попадаются. Здесь американское акционерное общество выпустило. Нью-Йорк, США, 32-й год, 32. И здесь у нас, ребята, посмотрите, я не знаю, как правильно называется эта картинка. Она реально, как на долларе, шершавая. И здесь у нас различные станки, различные, видите, Edgar Brothers Entertainment представляет Columbia Pictures в фильме с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне представляет вот такую интересную литературу, где вы можете подчерпнуть, какие станки были произведены. Вот, интересная книга, ребята, вот это вот дорогие вещи. Всем оставаться на местах. Посмотрите, какой мне принес подписчик пистолет. Пистолет-сигнал. Вот такая вот шикарная у него зарядка. Это стартовый пистолет. Помните, у меня были разные подживело. А здесь вот так вот вставляется боком хлоп. И вот такая вот штука. И патроны, ребята, вот такие вот к данному пестику. Вот это вот живело. Сама капсуль, которая стреляет. И вот таким вот образом. На старт. Внимание. Приготовились. Подождали немножечко. Марш! Вот такая вот штука. Короче, первый раз я держу в руках именно вот такой вот стартовый пистолет. Прикольный. Реально прикольный. Никогда такого не видел. Вот. Также он у нас в продаже. Я его еще не фотографировал. Кто хочет приобрести в лавке, пишем в личку. Подсвечники, ребятушки, Артем приобрел вот такие вот. Ох, огромные, тяжелые подсвечники. Вот такая вот красотища. Здесь ангелочки, дети, очень изящные, недорогие, их две штуки, они парочка. Пластинки, ребятушки, какие пластинки ценятся, я также неоднократно рассказываю, есть такие пластинки, которые достигают даже 1000, 600 гривен, 500 гривен, иностранные, старые, рок, джаз, пластинки, выпущенные в Англии тех времен, битлы, есть 100 гривневые, есть... Ну, видите, вот здесь у меня огромное количество пластинок. Сразу хочу сказать для тех, кто пишет, о, и у меня есть миллион открыток. Ребята, все открытки, на которых
все открытки, говорю, все пластинки, на которых написано слово «мелодия», это уже по умолчанию недорогие. Но есть какие-нибудь редкие, опять же, битлы даже у «мелодии», которые можно продать дороже. А вот это все 5-гривневое, то есть это все недорогое. Вот эти все. Но принимаю все. Принимаю даже дешманские, потому что из них делаем что? Делаем вот такую вот красотищу. Также у нас ребята добавили шарфики. Принесли свою коллекцию. У нас теперь есть шарф вместе с шапкой «Металлист». Ну и разные страны здесь есть, абсолютно разные. Ну а на улице у нас, ребятушки, есть вот такая вот красотища. Статуэтка бисквитная. Есть разные штофики вот такие. Самовары вы видите постоянно. Переплясы, баранчики. Есть вот такое вот экспонатище. Самоваров много у нас. Тазы, аккордеоны, баяны, картины. Снежок идет. Чтобы лучше техника работала. Вот такие вот видеомагнитофоны, ребята, мы принимаем. Вот такая красотень. Ребятушки, если вы еще что-то увидели в лавке, вы обязательно пишите в личку, пишите на почту, пишите в Инстаграм. Я у вас увидел на такой-то минуте, на такой-то секунде вот такую-то вещь. Хочу ее купить. Сколько она стоит? Или вы принимаете? Я все, на все такие вопросы я с удовольствием отвечаю. Все это продается. Вот, ребят, вот такой короткий ролик. С вами был YouTube-канал «Лавка удовольствий». Я Александр Манек. Лайкос под видео. Подпишитесь, если вы еще не подписались на наш канал. Я побежал снимать для вас еще более чумачечьи ролики. Увидимся. Саня, 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 Саня.